Игры 2015. Недостаточно ярости. Ты через что хилишь, пих? Хилбот можно забить, чтобы отображало. Тебе нужно... Ну так можешь пока выключить его на этого босса. Ладно, давай тогда у нас товарищ может правильно. Серва, давай пока Долоран, покуврей. Тыкните на шкаф. Так, в принципе, тогда нам получается одного ханта мы оставляем здесь. И один хант идет к нам на бабу. Хотя, в принципе, можем все РДДшники вначале в бабу, потом... Хотя нахер оно не надо. Векс тогда у нас пойдет вместе с нами бить бабенку. А суккубик останется в звездочке. Смотрите, какой момент, господа. Вот мы... Во-первых, сейчас метки расставлю по нему. Перерыв уже закончен, кстати. Господин Мурлок, залетаем. Так, все, что вам надо запомнить. Во-первых, все тут... Ну, те, кто надо здесь. Так, смотрите. У нас сейчас весь рейд на второй фазе РДДшники, хилы. Мы будем чилить из тех, кого вот я называла. Кроме, вернее, тех, кого я называла. Мы будем чилить звездочки. После того, как у нас заливается ромб, остается у нас череп и остается у нас трусы бабенка. Что мы делаем? У нас держаться она будет примерно вот здесь, в метке. РДД мы быстро, все аккуратненько вместе... из хилов с нами пойдет, я думаю, Блэкбери. Мы аккуратненько перебегаем в сторону месяца, так, чтобы сразу отойти на макс рендж. Чем быстро это сделать, на макс рендж от черепа. Если вы видите, что у вас полетел топор, сразу смещайтесь. Рассасываемся там на рендже 10 друг от друга. Рендж прописать всем. Так, у нас здесь Тихо и Батл. Вы останетесь в звездочке, когда мы все съебемся. Потом у нас после того, когда залиты все ады, у нас остается только квадрат, который будет держаться в своей метке. РДДшники, мы остаемся бить Келя, ханты вместе с меликами, и всеми хилами, кроме полироля, вы съебываете на череп. На черепе стоите, опять-таки, на ранже друг от друга. Диспел там моментальную просадку, парейт будут в физике. Как раз на нем дадим Геру. Че по банкам? Саня, суккубик, ты остаешься в звезде, а Векс уходит вместе с нами. Первого миника кто пуляет? Берет первый. Первым будет брать... Может лопатка взять. Уже без разницы, лопатку скопируем. Так, рыбу ставлю. По банкам сапрот, либо ДД. Милишникам желательно сапрот. Стоит рыба, кушаем рыбу.
Рейндж 10? Еще раз. Рейндж сколько? 10? Так, ну что, готовы? Лекции не хватает. Каски. Нос не надо, потому что походу сказать. Где там его на каска? Поля. Готов. Так. Первым тогда лопатки ты цепляет. Начинайте. Запускайте. Борло, а еще? Да. Пора. Кубик. Что еще? А, я еще хотел спросить. Помните, вот как на той неделе мы добили босса, то есть где он стоял? Сейчас там же будет стоять или обычно? Здесь по ситуации как будто разлита лужа. Ты его разливаете лужу, то здесь отлично расставляет. Ну, типа там удобно, пипец. Боря, надолго? Мурдок, насколько ты офика? Сейчас минутку подождем, у нас Мурдок немножко шукашит. Конечно, отскочить надо. Сколько Тасси есть? Минутка есть, да? Одна минутка. Наконец-то. Поставь, пожалуйста, шкаф. Я в банк слетаю. Голду пересчитать? Не, не в гильдейский. В этот. Чё, копай возьму. Сум, плиз. Войт, что случилось? Слышал? Тревога. Тревога. Так, все, все тревогались. Ну, поехали. Боря пока что ошукашит, не подойдет, критоси подтянется. Выпускайте лопатки. Или гоннер кто-нибудь. Нелюки желают на сопрот, чтобы вы не отъехали потом на квадрате. Лекс, давай так же получим. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаганора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости. Для Сильва уже поздно. Либо раньше левать пить. Готовьтесь! Левнешь, а слетит опять хибот народа. В черепе. Да, ближе к черепу. Лёва, не забирайся меня, у меня нет ТПС вообще. А там воет еще. Как вас много? Ты потом с войдом стоишь, кстати. Где? Здесь. На черепе. Угу. Thank you.
Перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Нам будет на заборе. Вернется хоть. Если что, лопата хватает, не знаю, или бумер хватает в том рог. Это хуйня. Первый же флагер, который не тебе интересно. Ты бубнишь. Говорю, да, попросишь рогу, может, придется на первое хватать, если Боря не вернется. А сейчас на кого? Подожди, пока не снял. У меня тут танк впал в высокопозицию. Какой плащ упадет? Какие ставки? Никакой. Обычно говно с духом их стоит. В один раз падал, блять, алло. Чего такие нету? Два раз, по-моему. Один. Заяц, ты не проснулся так? Я вижу. Так, бабёнка, рэндж сразу набрали. Сайм рэнджа прикрепим. Так, этот срогу хватает. Рудуков кашет. Ой, блядь. Охуенно, когда перед полом тебе пишут, что я отойду срочно. Люблю это. Так, ну у нас есть минута, либо мы без танка на роге. Охуенно. Ну, любой вар сейчас может взять. Сейчас, да, потом. Туда под босса встали. Если не пометка, сразу под босса идите, под ромб. Финн, сынер в пиху, дай. Лопата, ты о, не лопата. Макро, сколько ты обстаков выдержишь? На каком топоре? Да. 4, наверное. 3. Ой, меня понимает урон вообще. Я побегаю, лопату поменяю.
поменять у нас Мурдока. Ты можешь сразу стать на ромбик Войд. И на черепе останется один маг. Того или другого менять надо. Нет, там надо. Стаки-то висят. Слышишь меня или нет? Я его сейчас нагреть не смогу. Давай нагрей. Тася, Гера на последнего или нет? Загри рогу, воин, загри рогу. Пожалуйста, рогу, сейчас. Там нету танка, ты слышишь меня? Гера, я скажу когда. На последнего оставляем на квадрат. Гуннер, ты ловишь и прожмись. Саня, я сначала возьму. Паша, маятник как будет два стак. На тебе и прожмись. Да. Забирайся. Готовьте, если что, Бог войду. Ты же его не отдавал? Отдал сюда. Когда был? Я скажу. Через секунду давай. Убирайте, убирайте, убирайте. Паша, я сейчас опять побегу к макросу. Блин. Не успею, да? Нет, хуйня полна. Долго поп снимал. Давай, если ловится. Давайте дивану сразу падать. Идем, Мурдок. Да, все вам ушли внутрь. Вас не смущает на звезде, блядь, что вы стоите слишком близко к боссу, нет? И хилы, блядь, стоят далеко и без маны. Алло. Потому что не это... Как бы, стою, я не стою. Типа, сорян, раньше не хватает. Я на максимум жесте. Боря, ты тут? Мне, кстати, тоже мало нет. Да, Паша там этого следа может дать. Чисто должен. Да он написал мне, что надо срочно сбежать, что-то помочь. Прям максимально быстро, блядь. Мол, успеет подойти, нихуя не успел. Блять, у нас по танкам больше нет ничего. Ай, блин. Четверо. Какой ро, блин, потом о чем-то? Тотем, зайди в здание. Хватит на улице стоять. Ну, типа... Ему дали боб, сдал я на пул, потом Век сдал на пул. Он затаунтил, то есть таунт прошел, босс к нему подошел, он не смог его ударить, и он опять сагрился на нас, потому что вот не снял боб. По-моему, мы из-за этого умерли или нет? Да. Ну еще Макрос умер. Он уже умер после этого. Вот, кстати, надо было на Саню СС дать. Я чё-то... Да ладно, блин, мы всё равно не дождать шестого танка, это хуйня полная. Ммм... С
если макрос, ну то есть если только макрос, они повторюсь все били бы его. Там как раз уже этот челик отъезжал. Босс, который. Считай, три танка было бы свободно. Ну как свободно? На этого челика. Макрос, БДР, или изи как. Короче, все осуждаем хуй. Как обычно по товару и... Да, макрос очень долго. Прям сильный макрос. А всех протваров, кроме Гундра. Особенно нужно. Вообще огромный набрал на этом краю. Далее, я понимаю, что у Монорота есть Мишка. Нам на ромб надо ставить Вара. Тогда пойдет Войт, которого, во-первых, ломает пиздецко. Есть же Гунр еще. Действительно. А квадрат у нас вообще не бьет. Да. Лопата. Сейчас дохнешь, там говорят, квадрат не бьет. 400 гаванчов. Я пытался помочь с макросом. Но его все равно сложило. Нет, он доставит именно Лару. Он встал. Блять. Мордука встал. Можешь помойку кинуть. Блять, я захил по нему фул репав. Блять, Боря, ебать ты подставщик. Рыба стоит, кушанку не успел. Так самое смешное, Борь, что она знала, что ты это. Ну, я отойду срочно. Почему? Ничего не написал, просто отошел. Мы первых боссов бьем сколько времени. Ну, нам надо было стоять ждать 15 минут. Хоть отходите, пишите, насколько отходите. Мурлок. Хуяна, Иоланка должна узнавать. Чё-то не хватает. Терпение. О, сейчас хорошо. Горн требует, господа. Пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаганор. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Это за пометочка.
фильмов, Саш, не забывай, пожалуйста, им рисовать. Ну, их мало половы. Мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. По мордаке надо. На бабу сразу раньше. Тимур, я не могу бота завести. Диджей на замене есть? Нет. Танка, по-моему. Не знаю, где сидим. Сидите тихо, я молча, блядь, не придется перекрикивать. Ты сразу не домаш, сверни, запусти. Она контролирует ДПС, ты не понимаешь. Я себе дамагу так же, как ты. Тотем. Так нечестно, ты просто на первых двух челиках дамажишь. Не считается. О, да. Ну, хз, у меня до 12 места, я его с собой не вижу, поэтому все норм. Так, так, это прист повыебался? Так я сейчас ДД шмота одену. Даже Финмаса не можешь обогнать, о чем ты говоришь?
Я сейчас заспам, блядь, вас в белый чат. Начну просто накидывать, блядь, все, вот все, что вижу. Всем, чисто по списочку. Заебали. Не кажется ли это какой-то хейт белого чата? Никто знает. Видите, что за хейт. Так, хилы. Печенька стоит, хилы на шаг ближе к ромбу станьте. Чтобы вы стояли между ромбом и печенькой. То есть все пропало. Жирлоку придется искать метку. Ну или мне. Куда ты там? Давай. Запрещайте общаться в белый чат, тогда мы уходим оттуда. Про бок не забывай, когда Боря напишет. Тихо, под станами. Кильте, блядь. Слилки. Ох ты ж, ёпу вашу. Это тому. Ладно, блядь, ну что, серьёзно? Так, переходим. Там не встанет. Видно, дай по дерби бэр. Никто не помнит. Ложимся. Дайте дома. Астранжой стать, блядь, не судьба. Джома не видим вообще. Паша, ты я сейчас тебя, да, не прохилил или? Нет, у нас отъехало. Да, у нас может кто-то из хилов словить стан и будет твориться пиздец. Пиха был в стане, Борю убила. Борю не ребафнули нихуя и не похилили. Боря снова упал. Так он было же сказано, что Пиха в стане. Вроде похилили. У него фул хп был. Потом он умер.
Тихо, белый чат пишет, стану. Я анонс войс тоже давала. Так, Кирс, полка, Финма, встаем быстрее. Народ, рендж, когда мы перебегаем на бабу, блядь, сразу становимся на рендже друг от друга. Рендж 10, я напоминаю. И на первой фазе, и на второй то же самое. Перебежали и стали на рендже. Давайте быстрее. Рибам даем. Сейчас готовы. Тотем. Батл. Батл. Батл готов. Запускаем. Блядь, давайте быстрее, с учетом того, что здесь бой, но получится вообще такое себе. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Это зависимость возникает. Сань, дашь перед полом дудку, ладно? Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаганор. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь!
Нет, мы вот мы держимся. Кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Зангвинара. Кровь за кровь. Успеем? Что мы? Полчаса. Так, надо поднапрячься. Сильно поднапрячься. Какой нахуй откат лута? Уверенные кнопки жмите. Ну, может бьет, жить. Татам, у тебя там випка, давай срочно откати рестарт. Слышишь с кем-нибудь? На форум пиши. Успеем. Не то хоть не будет, все успеем. Долго будем бить квадрат. Готовьтесь, хилы, там будет пизда. Лопата живет на честном слове. Тась, так мне после звезды убегать к танков хилить? Да. Ну, как после звезды? На, когда останется один квадратик, да. Подожди, стоп. Когда у нас остается один квадрат, у нас только полироль остается на келе вместе с танками. Все остальные пять слов съебываете на квадрат. Становитесь на рендже, блядь, и держите. Последний сил. Теперь вы можете потягаться. Нихуя он не уронит. Сказал, что он сильно справится. Не справится, мы его дернем. Миризону к нему. Это щит был то. Мурлок, СС-ка на когда? Сидимся. Блять, не роднить танков в каком случае.
На эротик напиши, просто ничего не отвлекаю. У кого джикс отняла, когда тыкни сейчас звездочку. Звездочку. И джиксика сюда. Стоит. Нет, сказка 40 секунд, когда откат сразу накинул. Не роняйте танков, я вас прошу, так, хилы, сюда, на шаг ближе. Вот где печенька прыгает, пихи, станьте еще ближе. Боря сдалась. Блять, Берби. Фирма, за по нему Бер. Делай шаг вперед, дай Бер по Берби. Ой, ешь, там, конечно, фильм сразу. Зашел за ваш сразу. Блять, из кого ты здесь понял сама? Аккуратно перебегаем. Становимся на оранже. Места много. Следите за РНЖ, пожалуйста. Можете шелк вперед сделать, полка. Господин полка и этот, можете сделать шаг влево, шаг вправо? Спасибо. Мили, стопнули там. Таня, Сукубик, давай к нам сюда на помощь. Бобенку. Аккуратно, не слови топор. Лишники стопните там. Можете подбить 10%, не знаю, до 4, вот так. Все, вливаемся и там, и там. Саня, Сукубик обратно туда. Могите тихонько добить. РДДшники здесь, печеньки чилим. Хилы все съебали туда. Олег, блядь, не роняй никого.
Инор в пиху дайте. Далеко он, блядь. Подойди сзади так. Блядь. Дай, не кричать. Подойди просто, дай в него Инор. Сзади, как достанешь. А где наш героизм? Геру там сразу, кстати. Угу. Это клезм ушли. Сюда. В сторону печеньки. 40 метров прям от босса. Во время там читать, кто клезм. Руна пошла. Это как сикпрохил. Сама можно сдавать. Он не будет. Вы так лезвым ушли. Руна опять. Вот это. Просил, просил, просил. Забивайте бурштики, блядь, прожимайте все, что есть. У меня есть БР, кого по... Подожди. Добейте мишень. Шадоу рибаф. Кубик оба с лопата дерби поднимешь, он здесь лежит рядышком. Сюда все в метку. Возле дживса, Паша. Сразу пол рибаф есть, дали. И пиздешь весь, офнули. Вообще весь. На мне. Надо слопать первым. Лишники бьете с Макс РНЖ, напоминаю вам. Повторюете от катаклизма. Феникса сразу сыграли. Феникс, яйцо. Феникс, яйцо, напоминаю. Яйцо. Взрыв талия вынес. Это клезм отошли. Денег, яйцо. Яйцо заливаем. Вверх подкинул, разошлись. По яйцу кто достает, сыграли. Рэндж держим между собой. Держите рэндж, либо босс хилится. Еще момент. Над лужем, если будут разлиты, не летаем вверху. Это раз, два. Следующая лужа, если дает кого-то пары, выносите в эту же лужу, которая уже разлита. Да, только за стену не забегайте.
Деня, готовимся. Хочу обратно. Феникс, взрыв Финмас, вынес, в стену, быстро. Молодец. Убегай оттуда сразу. Яйцо. Катаклизм, отошли. Не успели. Макс раньше, я напоминаю, всегда держите. У нас откатит БР. Дними школьника. Яйцо. Взрыв Финмас опять в стену. Яйцо, играем по яйцу. Феникса. Искажение. Пойдем Феникса добить, после Феникса яйцо. Сейчас по Фениксу играть бессмысленно, играем по Келю. Падение, готовимся. Феникс, отбиваем катаклизм. Отошли. Лишники, всегда следите за ранжом. Макс, ранж по возможности. Финмас, дай БР сразу покойника. И РДД сразу по эту сыграли. За хилку вырубал покойника. Суккубик. А не вынес. Он побежал уже. Побежал быстрее, чем я среагировал. Яйцо, потом Феникс. Блять, больно. Катаклизм, отошли. Яйцо. Что яйцо-то били? Рэндж. С Гера есть. Я знаю.
падение. Лучше. Я тогда по Фениксу. Это. Опять Феникс яйцо. Вы... Полка, взрыв. Вынес стену. Феникс. Яйцо добиваем. Рэндж сразу. Играем по Келю, по Фениксу бесполезно. Да, 400, да хуя. Пиха, вообще я тот камень имел в виду. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо было сразу написать тотем, есть. Ну, проклятие осталось. Надень обетон. Что ты говоришь, Паш? Ну, проклятие долго теперь. Пенна. Катаклизм отошли. Лопата, спасибо. Яйцо. Феникс. Сразу яйцо. Взрыв полка. Ой, полироль. Боля. Суп перепутала, Аньки, нормально. Феникс. Катаклизм отошли. Сразу кто достает по яйцу. Аккуратно над лужами не летайте. Рассоситесь так, чтобы не летать над лужами и быть на ранже друг от друга. Готово.
кучу. Феникс. Яйцо заливаем и все по келю. Все, все в келе играем. Катаклизм отошли. Келе добиваем. Блэкбери вынесла. Нормально. Так, отказываемся от лута быстро. Тасян, я поезд зараливаю. Ты забираешь его прямо? Ну да, его. Это бы сразу накидывай. Так, клинок отказываемся, печенька отказываемся, свиток рольте. Отказался. И шустрее давайте это все делаем. Свиток не рольте? Рольте. Быстрее, господа, блять, с лутом разобрались. Так, пояс у меня. Стрелок.